Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстван, и сейчас мы будем играть в игру без тормозов Hill Climb Racing. Итак, в самом начале нам предлагают сыграть с друзьями или со всеми, но, собственно говоря, это без разницы. Просто нам будут показывать лучший результат либо какого-то друга, либо из всех игроков будут показывать лучший результат, по-моему, так. Выбираем машину, ну, вообще у нас-то выбора особо нету, более... лучшие машины надо покупать, ну или худшие, не знаю. В общем, наверное, средства передвижения тут разные, но какие-то лучше подходят для одной карты, какие-то для другой. Есть даже велосипед, вот, и Segway. Но мы будем ездить на начальном кабриолете. Есть тут разные уровни, их тоже надо открывать за монеты. У нас пока что монет нету, мы же только начали, я совсем еще полный нуб. Поэтому у нас первый уровень, цель проехать 200 метров, рекорд ни одного. Можно улучшать машину, покупать двигатель, шины. Так. 4WD, улучшенная система полного привода, повышает сцепление с дорогой. Ну, в общем, все это стоит денег, а деньги надо зарабатывать как раз во время поездки по уровню. Так. Сначала вы, конечно, далеко не уедете, потому что у вас машина не прокачана, да и машина-то самая дешевенькая. Начальная. Тут, кстати, еще монеты дают за выполнение всяких трюков, перевороты, задержку в воздухе. О, вот здесь мой какой-то друг завис, мы его обогнали. Давай, давай, жми, 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 едем, едем. Эх, кажется, мы не можем забраться в эту гору. У нас есть еще топливо, но вот оно, наверное, сейчас и закончится. Ну что ж, тем не менее, неплохо. Мы заработали, сколько, 5000, и можем что-нибудь на эти деньги прикупить. Я, наверное, вот смотрите, двигатель. Повышение мощности двигателя увеличивает скорость движения, позволяет легче въезжать на гору и выполнять прыжки и трюки. Что ж, как раз в этот раз мы не смогли проехать дальше, потому что не смогли взобраться в гору. Может быть, сейчас нам это удастся полегче. Теперь у нас, кстати, новая цель – проехать 550 метров. А может быть, мы запоримся на какой-нибудь ерунде, как знать. Ну давай, катись, да ёшкин ты матрёшка. Вот, кажется, и запоролись, там же, где и Андрей. Эх, не свезло. Ну что ж, пробуем еще раз. Тем не менее, деньги заработанные никуда не деваются. Мы чуть-чуть подзаработали, даже доехав до туда. И чем чаще мы ездим как по карте, тем больше денег мы будем зарабатывать. Больше мы будем зарабатывать, тем больше будем зарабатывать в будущем. Дальше проезжать, улучшать машину. В общем, чем больше играешь, тем лучше ездишь. Давай, поехали. Ну что ты, мы же двигатель улучшили, а даже в такую простенькую гору заехать не можем. Вот, слава тебе, Господи. Так, вот наш новый рекорд, но мы все равно не можем забраться в эту гору. Да что ж такое? Отъехали маленько назад для разгона, но у нас уже нету топлива. Что ж, чуть-чуть мы не заработали, так бы могли еще что-нибудь улучшить, но придется заново ехать без улучшений.
Да, вот это мне не нравится, что тут, если мышку убираешь с игры, сразу открывается пауза. Я вот наоборот, как-то постоянно стремлюсь интуитивно ее куда-нибудь спрятать, чтобы ее на видео она не мешалась. Вот сейчас будет гора, пробуем, разгоняемся. Ну нет, ничего не выходит. Не получается все-таки преодолеть эту гору. Давайте еще чуть-чуть, новый рекорд, но вот дальше мы не идем. Ну что ж. Чтобы нам улучшить, так, шины, что дают шины? Улучшение шины улучшает сцепление с дорогой и позволяет быстрее набрать максимальную скорость. Что нам поможет в эту гору войти? Наверное, все-таки 4 ВД. Давайте возьмем, улучшенная система полного привода повышает сцепление с дорогой. Есть также амортизаторы, пониженный центр тяжести, улучшенная амортизация повышает устойчивость на высокой скорости. Да у нас пока что и скорости-то особой высокой нету, что там, двигатель слабенький. Ну, наверное, лучше всего все вровень качать. Я бы еще на разок сейчас движок прокачал, а то все никак мы не можем всю гору одолеть. Ну, наверное, еще колеса возьмем, да? Больше скорость разгона, наверное, и в гору въехать будет проще. Что ж такое? Давай, поехали. Газуй. Поехали. Новые... Так, 4 ВД нам не помогает все-таки одолеть эту гору. Мы прям с Димой, братья по несчастью, не можем одолеть это препятствие. Ну что ж, вот так, повторяя карту раз за разом, мы все-таки заработаем деньги и сможем что-нибудь прикупить, что поможет нам преодолеть это препятствие. Ее. Так, ну что ж, шины. Давайте возьмем шины, может быть, они нам помогут. Ну а потом следующей нашей покупкой возьмем, наверное, двигатель. Да, отлично. Все-таки шины нам помогли. Мы наконец-то въехали в эту гору. Там, правда, дальше еще следующее. Давайте. Влазим. Отлично. Нет, стой, не падай. Отлично. Мы все-таки спаслись, но нет, все-таки плохая участь нас настигла. Но тем не менее, мы поставили свой новый рекорд. Проехали дальше, чем обычно. Это значит, что и денег мы заработали за эту поездку больше. Может, амортизаторы? Да нет, давайте все-таки на движок. Хочу хороший, мощный движок, а амортизаторы куплю себе попозже.
Ох ты, ё-ё-ё, нет. Ну вот такое бывает, в самом начале запоролся. Плюс 50 монет за долгое нахождение в воздухе. Кстати, встречал и бонус 75 монет. Вообще, я перед тем, как снимать какие-то игры, я обычно тестирую их на своем другом запасном аккаунте. Смотрю, стоит ли снимать видео или нет. Вот мой рекорд был что-то 700 с чем-то на том аккаунте. Я не знаю, сколько я там поиграл, но, наверное, с полчасика поигрался. А может и больше. Все-таки игра, знаете, хоть и простенькая, но увлекает. Можно не заметить, сколько времени прошло. Так, давайте, вот она, эта горочка. Да что ж такое, неужто мы опять... Не, мы ее все-таки вытащили. Правда, у нас топливо кончается. Так, до канистры доедешь? Отлично. Еле-еле мы дотянули до этой канистры. Отлично, берем еще одну канистру, едем дальше. Новый рекорд. Мы бьем свои рекорды. Ё-моё, какая тут гора. Сюда-то мы поди и не влезем. Да, что-то у нас не очень удалось. Погоди, я не вылетел. Я просто мышку убрал от страха. Я думал, нам уже сказали, что все. Но тем не менее, топливо кончается, и что-то мне подсказывает, что в такую гору я не въеду. Да, к сожалению, не удается. Ну ладно, будем пробовать еще раз. Мы можем купить себе наконец-то новый двигатель. Теперь нам будет легче. И давайте сразу купим амортизаторы, чтобы попроще было ездить, чтобы они как-то компенсировали мощь нашего нового движка. Наверное, с новым двигателем мы и ту гору сможем осилить, которую не смогли въехать вот только что. А может быть, я и ошибаюсь. Но знаете, что заметно? Заметно, что как-то ездить стало проще. Скажем так, быстрее мы стали добираться до одних и тех же мест. Да и вот в такие легкие горки тоже собираться попроще. Помните, с какой тяжестью мы в прошлый раз забирались в эту гору? В этот раз все было попроще. Ух ты, ё-моё, ну-ка стой, не улетай. Так, 10 тысяч мы уже заработали, мы уже сможем что-нибудь поставить на улучшение. Так, давайте, это злополучная гора. Да что ж такое? Не, похоже, в эту гору мы все-таки не въедем. Я пытаюсь сейчас сделать какой-то разгон, но у меня просто топливо кончится. И все равно ничего не выходит. Нужно что-то менять. А, нет. Голоса мы не намерены платить, никакие записи размещать тоже не будем. Так, мы можем купить шины или улучшенный полный привод. Так, ну вообще надо брать все, но давайте начнем с привода, потом купим шины. И может быть, вот если помните, прошлая горка, да, которую мы не могли осилить, мы именно сначала улучшили привод, потом купили новые колеса и тогда уже смогли в нее забраться. Я надеюсь, что с этой будет так же. Ну или как минимум придется потом еще купить еще один новое улучшение для движка. Вот эта яма, она такая опасная.
Так, наш рекорд пока что 515 метров, надо 550. Не знаю, может быть, какие-нибудь бонусные монеты дадут, когда я выполню эту цель. 550 метров. Потом цель будет 900 метров, насколько я помню, но на 700 там такое тоже тяжкое препятствие было. Подъезжаем к горе. Ну как наш новый полный привод? Поможешь? Он, конечно, помог нам рекорд поставить, но вот въехать в эту гору он нам что-то не особо... О, вот, втянули. Тащили. Отлично. Да что ж такое? Ну, так нелепо. Ладно. Едем дальше. Можем теперь и шины взять. С ними, наверное, будет еще попроще. Кстати, я поначалу думал, что тут как бы топливо тратится только когда ты жмешь кнопку вперед, грубо говоря, напрягаешь двигатель. Не, ничего подобного, даже если машина едет по инерции, топливо все равно как-то тратится. Ну, может быть, поменьше, не знаю. Ну, смотрите, а самый рекордсмен это Игорь, он проехал 5800 метров, нам до него далеко, мы даже в десятой части не можем проехать 500 метров. Давай, давай, въезжай. Отлично. Видите, нам уже попроще въезжать в эту гору. Мы ставим новый рекорд. И сейчас выполняем задание. Получаем бонусные 6000. И едем дальше. Ух ты, ё. Как это все опасно. Ну-ка, не разбивайся. Слава богу, мы выжили. Да, вот где-то здесь я завис, когда играл в прошлый раз. Тут сейчас такая крутая гора будет. Ну, смотрите-ка, я, похоже, уже прошел дальше, чем играя в прошлый раз. Но в прошлый раз я как-то все-таки парился дольше, чтобы до сюда дойти. Может быть, все-таки маленько навыка приобрел. Так, голос. Нет, я не отдам за вас свой голос. Итак, можем прокачать двигатель. А вот, собственно, и все. Давайте, пробуем еще раз. Вообще, хотелось бы, конечно, попробовать и новые машины, там, и велосипед, и открыть другую карту, но там все дорого, да? Новая машина 50 тысяч, велосипед, по-моему, 80 тысяч. Ох ты. Не-не-не. Ну ладно, перевернись хотя бы, за это бонус дают. Не, не удалось нам перевернуться. Вот если полностью перевернуться, то получишь 1000 рублей. А, ну вот знаете, как я думаю, по поводу траты денег. Все-таки сначала я буду улучшать наш кабриолет. А вот... когда уже улучшения для кабриолета станут действительно дорогими, ну, например, если я смогу выбирать за 50 тысяч купить двигатель для кабриолета или все-таки купить новую машину, тогда я уже куплю какую-нибудь новую машину, посмотрю, что она стоит. Ну, наверное, новую машину надо будет заново улучшать, мне почему-то так кажется.
То есть я почему-то думаю, что если мы купим новую машину или велосипед, то толку от него сразу будет мало. Его надо будет опять прокачивать, влить на это кучу монет. Но это только предположение. Как я уже говорил, я нуб. Вот, играю практически в первый раз, поэтому ничего особо об игре не знаю. Могу только гадать. Стой, не переворачивайся. Фу, слава богу, мы устояли. Нет, боги. Эх, что-то мы все чаще начинаем делать ошибки. Амортизаторы? Да ладно, давайте возьмем. Мы ж купили новый двигатель, теперь надо как-нибудь его сделать машину более устойчивой. У меня тут сейчас соседи делают ремонт, там используют дрель, перфоратор, даже не знаю, но надеюсь, что вам их будет не слышно на видео. Но если все-таки будет слышно, то прошу за них прощения, они же не знают, что мы тут серьезным делом заняты и в игрушки играемся. Как нас опасно, то и дело болтает. Так, вот он, подъем злополучный. Так, его мы преодолеваем. Едем дальше. Отлично. Ну-ка, стой. Ох ты, как сейчас опасно будет. Да, мы все-таки подранились. Так, ну теперь мы можем себе поставить еще шины. Давайте, наверное, шины. Сейчас будем очень быстро разгоняться. Ну, не очень, но быстрее, чем раньше. Кстати, интересное вот это дело, флажки друзей, где кто остановился, мне кажется, это забавно. Я думаю, после того, как выпуск выйдет в свет по этой игре, больше моих друзей начнут играть, и флажков станет еще больше. Ну, хотя бы по разу каждый там что-нибудь маленько поездит. А ну, давай, газуй, да что ж такое. Давай, отлично. Вон она, канистра. Давай, чуть-чуть. Да что ж такое, в этот раз мы не дотянули до канистры. Хотя вроде купили колеса, у нас уже хороший двигатель, но что-то в этот раз нам не свезло. Давайте еще раз. Не будем останавливаться на достигнутом.
Это мне все за то, что я купил в этот раз сначала колеса, а уже потом буду брать улучшенный привод. Обычно я поступал наоборот. Ё-моё. О, вот сделал я переворот, но при этом я переломал хребет нашему водителю. Кстати, знаете, что я подумал? У нас же, смотрите, у нас почему водитель страдает? Потому что у него кабриолет. То есть, наверное, если купить ему пикап, то у него, может быть, голова будет закрыта, и он уже не будет так страдать. Хотя, я тут на картинке плохо вижу, но вроде у него... И на пикапе голова видна. Да, тут нету такой, чтобы полностью закрытая машина. Разве что вот полицейская, я не вижу, конечно, но может быть в ней он в большей безопасности. И тогда не страшно поломать ему шею. Тогда, наверное, будет страшно только... Так вот, пикап, оказывается, 80 тысяч стоит. Я, кажется, в этом выпуске говорил, что 50, ошибся. Так, ну ладно. Берем... улучшение привода и еще раз пробуем эту карту. Так, ну-ка стой. О, смог все-таки вытянуть. Давай-давай, тяни. Отлично. Ну-ка, стой, только не так. Да что ж такое-то? А, в общем, вот это место, да, я помню, у меня и до этого тоже с ним были проблемы. Мне кажется, вот перед именно этой горой лучше все-таки маленько разогнаться, иначе вот можно вот так перевернуться. Так, что-то мы такие лихие, нам бы амортизаторы взять. Не сказал ароматизаторы. А то мы то и дело летаем просто. Как, не знаю, как не в себе. Так, вот она, кажется, та гора, да, если я не ошибаюсь. Давайте маленько разгону дадим. И вот так, да, мягко проходим все-таки. Так, где там наш 744 километр, на котором мы зависли? Thank you.
Так, вот она, наша гора. И в нее надо как-то въехать. У нас, кажется, это получается. Скоро мы побьем свои рекорды. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Да, вот новый рекорд. И нам еще надо до топлива добраться. Эх, слушайте, ничего не вышло. Ну что ж, ребят, думаю, на этом можно закончить наш сегодняшний выпуск, посвященный игре без тормозов Hill Climb Racing. С вами был 1.1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.